капот тупо упирается в крыло, даже вот один ноготь не пролазит. Не надо его показывать. И встал пораньше для того, чтобы приехать вовремя в Винницу. Приехал, как обещал. Короче, едь с этой машине. Как будто его об асфальт это чухал. Вы что думаете, что вы меня сюда грузите? Я вас совершенно не гружу. Ну, если тратить время, вы их не купите. Все? Да. Конечно, нет, я сразу говорю, что нет. Друзья, всем привет! Что делать, если хочется автомобиль на автомате, более-менее свежий, а есть всего 7000 долларов? Именно вот такой вот ребус мы в этот раз будем разгадывать. Также нужен дизель и нужен универсал. Мы выбрали, на мое мнение, это будет Opel Astra. Но найдем ли мы живую Opel Astra или это будет другой автомобиль? Давайте посмотрим. Не ровненько, а зазорчик между фонариком не очень. Да, все ровно. Здесь у меня были вопросы к тому, почему лейба переклеилась. Если посмотреть, видно пузыри, но нигде ничего не красилось, по вину оно совпадает. И сама табличка, она оригинальная. Очень сложно при выборе такого автомобиля найти у нее целый живой кузов. Этот был целый, но сама машина была не очень, поэтому ищем дальше. Есть на примете Passat. Ну, я не верю в сладкую цену Passat, но мы знаем точно, что иногда по низу рынка чего-то можно и выхватить. Ну, в общем, едем смотреть на Passat. Не надо его показывать, потому что ну, такой слегка уставший. Но в любом случае спасибо. А скажите, он сейчас загруженный стоит или пустой? Спасибо этому дому, поехали к другому. Увидев Passat, мы захотели просто пройти мимо, но нас уже заметил хозяин, поэтому пришлось остановиться и сделать вокруг него круг почета. Затем найти машину на автомате живую, здоровую, на самом деле это еще такой большой вопрос и процесс, назовем это так. Но есть классный автомобиль, есть Renault Megane 2013 года, который в принципе тоже должен пролезть по 7. Поэтому Винница. Там много таких автомобилей. Поехали в Винницу. Так, идем дальше. Приборка. Ну, приборка хорошая, красивая, но идем назад, сразу по стеклам. Так, третий. Помогает? Прикольная приблуда. Тоже третий. Здесь второй. Третий. Тут третий. Здесь третий. Здесь что-то поскрипывает. Следов снятия не вижу. Пока все красиво. Ну, в общем, по зазорам. По зазорам здесь все стоит хорошо, ровно, за исключением заднего бампера. А так, визуально не вижу того, чтобы она была где-то крашеная или же где-то чего-то. Ну, это, по крайней мере, с первого взгляда. Стекло у нее лупленное лобовое. Стекло это не атермальное, это пленка наклеена. Атермальное стекло выглядит немножко не так. Датчик дождя, датчик света есть. Пока только положительные эмоции. Ладно, смотрим более детально. Так, что у нас по дверям? По дверям у нас все хорошо. Наверное, как-то так. Да, эта пыль падает, показалось. Сиденье это, я так подозреваю, совсем не кожа. И, наверное, это что-то нечто пошитое. Есть дополнительная приблуда. Машина на автомате. Состояние руля не убитое. Да, вонючек здесь достаточно в салоне. Ну, имеется в виду
Человек, наверное, курит, а может и нет. Так, регистратор с нее снят. Лежит отдельненько. Панелька. Так что у нас с педальками у нас более-менее все хорошо. И ровненько. А следов откручивания я не вижу. Тормозные диски. Ходить будут они еще долго, но порезаться можно, если постараться. Так, с остатком колодок. Что у нас? Еще много. Что по задним? Сзади тоже много и хорошо. Диски еще походят, еще не кончились, но тем не менее. Резина, конечно, тут такая уставшая. Можно сказать, что это хляки, а не резина. Это зима новая. Зима — это хорошо, но мы же пока видим лето. По двигателю. Очень классно, что мотор не мытый. Видно легкая припотевшесть от того, что давит турбина. Раздает, значит, она работает. Сопли не текут, но нужно будет детальнее посмотреть. Я все, что видел у всех, спрашивал, говорят, не обращай ни на Рено, что самое главное фирменной станции. Мне сказали, что это у всех, и не занимайтесь ерундой. Не, это не критично. То есть оно припотевает, это да, то есть из-за того, что пропускает негерметичное соединение. Но целая турбина или нет, надо смотреть снизу, заглядывать холодные горячие улитки, нет ли на них масла и всякой остальной хрени. В идеале, конечно, ее снять, подергать валы, поставить на стенд. Но это все мелочи жизни. Так, ладно, сейчас заведем, почитаем. Оторвали лейбу, когда менялось масло. Держите. Ну и масло, как для дизеля, оно реально очень чистое. Хорошо, похоже на правду. Так, ладно, читаем. Друзья, если вы видите хороший автомобиль при выборе, 12 раз подумайте, а стоит ли от него отходить. Мы рискнули, мы от него отошли поехать на соседнюю улицу, посмотреть другой автомобиль. И в это время он уже был продан. Ну, за это время, пока мы съездили и вернулись. А и поехали мы посмотреть прекрасную девочку, божий одуванчик. Вообще, сама прелесть, что девочка, что машина. В общем, смотрим. В общем, вот здесь вот место, где капот тупо упирается в крыло, даже вот один ноготь не пролазит. Какой у нее пробег? 165. Да. Отлично. Значит, машину позиционируют как 165 тысяч родного пробега. А. Машина пригнана из Бельгии. Крыло. Не знаю, возьмет камера, не возьмет, но даже без толщиномера видно, что здесь оно все не очень. Как будто его об асфальт это чухал. Сейчас я попробую. Не, нифига не ловит. Не ловит. По крылу я уже показал, что за зазора вот здесь нет, упирается. Обращаем внимание на зазор вот с этой стороны. Здесь крыло уже упирается в дверь. И вот здесь, где реально вылазит мизинец. Вот, вот так покажу. Все, я понял, закрываем капот. Оно не имеет смысла, как бы надо тоже. Вы должны покупать мы сами как бы пригоняем автомобили, вы должны понимать, что как вы что думаете, что вы меня сейчас нагрузите тут? Я вас совершенно не гружу, и я, если вы заметили, обращаю внимание, что я вообще ни слова не сказал ни за цену, ни за чего. Правильно. И грузить вас никто не собирается. Но есть нюанс. Ну вы смотрите машину за самую низкую цену на рынке, не считая зеленого цвета салатового, который никто никогда не купит. И вы смотрите такую. Моя задача осмотреть этот автомобиль и конечному заказчику рассказать свое мнение. Я без посредника. То есть мы напрямую, мы никогда через перекупок или через. Я понимаю, вы берете за свои услуги, вы осматриваете автомобиль. Мы так не продаем, потому что это лишний рабочий. Нет, это даже. Ну, я просто. Ну, вы смотрите, вы говорите, что тут все жопа развалена.
ну, давайте, ну, просто трата времени, вы их не купите. Да. Конечно, нет, я сразу говорю, что нет. Не делаю, просто я понимаю, спасибо за уделенное внимание в любом случае. Это будет, все, нет, все нормально. Очень, действительно. Да? Да, так окей. Что вы извиняйтесь, без обидов, я вас понимаю, у вас своя работа, у меня своя, я ее приняла, мы эту машину за 650 за нее, все, хотим уже за нее забить, она у нас уже тоже, мы уже просто из-за того, что этот учет затянул нас, ну, красиво. Все нормально. Да, так что без обидов. Эх. Девочка лечит хуже перекупа и такая аж... Она перекуп! Она сказала, я сама ей пригнала. Хуже перекупа лечит. Вот вы мне рассказываете, я знаю, я вас так... Зачем? Для чего? Вообще не понимаю. То есть, да, ценник у этого автомобиля невысокий, но акцентирую внимание, что это не дно рынка. Машине... Блин, как бы это сказать? Короче, ей пиздец этой машине. Она реально вся кривая, развалина. Я не знаю, какого слова подобрать, чтобы передать вот эту метафору. То есть, наречие, усиливающее прилагательное, наверное, будет полный пиздец этой машине. Она, ну, вообще никакая. И то, что она с Бельгии пригнана, вот не надо мне лапшу на уши вешать. В каждой бельгийской машине под ногами висит огнетушитель. Нет огнетушителя, есть крепление. Там нет ни крепления, ни огнетушителя. И это мы еще не подходили сзади, не заглядывали под капот. И, короче, Винница, девочки, рулят молодцы. А маску она, наверное, сделала не зря. После слова, когда сказал, что будем снимать, не против. Лена сказала, нет, абсолютно не против. Короче, поехали в Киев. Винница. Приехали мы к парню. В общем, площадка от АТБ. Заезжаем в Винницу, звоним, друг, куда ехать. У меня площадка вот там, Немировское шоссе, магазин АТБ, напротив магазина АТП, большая площадка, вот моя площадка, там стоят мои машины. Приезжаем мы. И встал пораньше для того, чтобы приехать вовремя в Винницу. Приехал, как обещал, но с 10 утра я не могу дождаться просмотра своего, ну не своего, но долгожданного автомобиля, который идет на... Которые есть заявки, которые нужно осмотреть. По предварительным данным машина очень неплохая, но подход к этому, когда человек хочет нахапать и везде, и все, и сразу, лично мне не нравится, потому что у нас был уговор на 10 часов, а вот эти вот подожди 2 минутки, подожди 3 минутки, грубо говоря, полдня в попу. Так, сразу пошли по внешнему виду. Бампер чуть не на месте. Бампер снимался в парконе, так ему поясно. Коли один раз снимаешь бампер, воно потом все время подрубочится. Ну, якщо поставити оці штуки, ловушки, ті, що ставлять на крило нові, то нічого не буде, нормально защелкується. Так, значить, йому ставили. Ну і передній бампер теж знімався. Якісь мелкі коцки є. Сейчас попробую. Там будут просто царапинки, если вы по цьому. Вы пробейте ему прибором. Я бачу, я показываю. Вот. А вмятинки, царапинки, вмятинки. Не надо тяпки машину. Ну потом будет все в цьому. Алло. Окей, вибачте. За те, що я потер автомобіль. Сіра, чорна, передні крила. Двери здесь не снимались. Набирайте. С дверями все хорошо. А який у нее пробег зараз? 128, по-моему. Хороший пробег. А звідки вона пригнана? Я уточню, товариша. По-моему, угу, зрозуміло. Везде все хорошо. Так, тут с болтами тоже все хорошо, их не снимали.
Нижние не снимали, нижнее крепление уже чуть-чуть ржавенько. Так, боковушки не чуть-чуть подушечки просевшие, но боковушки они еще такие довольно классные, довольно упругие. Чехлы это, наверное, очень хорошая нужная тема. Так, а вот тут такое подзатертое больше, чем у попередника, если можно так сказать. Так, хорошо, состояние общее салона. Покажу. Салон здесь очень неплохой. Чистенький, аккуратненький, напидоренный. Стекла пока по этой боковине везде второй год. До ремня я здесь не долезу, так чтобы не разбирать. Чувак очень ревностно относится к тому, что я снимаю. Так, камера заднего вида висит на ней. Наверное, это все-таки части регистратора, которые сняты, да. Это камера не заднего вида, это камера регистратора. Регистратор сам сняли, а камеры нет. Так, по стеклам. Стекла все второго года. Вижу из салона. Самое заднее еще не вижу. Ну, диски такие живые, но посредственные. Задних колодки тормозных процентов 30 осталось. Здесь тоже острое лезвие, но диски еще ходить будут и жить так же. Колодок спереди больше, чем сзади. Капот можно открыть? Двигатель не мытый, что в принципе, хотя как не мытый? Мытый, но не прям сейчас, скажем так. Чуєш, друже, а в тебе оставалися бумаги ці, що по Франції розпечатки, коли заливали? Да, здесь мотор мили, здесь также это такая замасленная гофрочка. Менялись аморты здесь, по крайней мере, подушки. Приєднатись почитати можна? Ну а чого ж не можна? Этот автомобиль неплохой, но мы уповалим то, что он будет стоить 7,5, а 7,5 он не захотел отдавать. Говорит, вот только 100 долларов и все, больше ничего не вступлю, файна машина. Ну, в общем, а у нас не пролазит по бюджету. За время осмотра в Киеве выскочила одна интересная Opel Astra 13 года. Поехали в Киев. Красота. Сами арочки тоже ровненькие. А это мовиль, все вижу. Сразу остаток колодок. Чуть больше половины, ну в смысле классно, прикольно. Блин, даже демпфер еще девственно чистый. С метками. Красота, страшная сила. Амортизаторы у нее сухие. Это нормально такое состояние. Кто, глушитель, да? Да. Она где-то стояла, поэтому. Да, вон еще. Вот она вся вот такая была зелененькая. Я понял, вижу. Не везде ее помыли. Ну, конечно, снизу нифига не видно. Ну это уже это она меня ждала. Так, пока смотрят сзади, залезу я спереди. Так, наружный нормально, полуось. Вроде как не сотрудит, откуда это прикатилось. Да, это все с турбины. Вон. Ну, в скором времени ее надо будет ремонтировать. А вот это уже ржавчинка. С этой стороны все сухо. По заду ничего не течет. Бачимо, ходить чи на дрьону, ну, було слабо.
Что-то ж плохое здесь должно быть. Ну да, но самому хоть желательно ходить. 10 лет машины будешь, ничего не было. Ну да, желательно было поменять. Вот этот не поранен. Торговали мы на этом автомобиле аж $300, но больше, к сожалению, не получилось. Но все равно мы получили за 7200 машину 13 года. Слегка соплевит турбина, понимаем, что ее скоро делать, но лучше варианта нет, зато на автомате практически за 7. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем ставить лайки, колокольчики, чего там еще, подписочку обязательно нажимаем. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.